Всем привет, девочки мои! Наконец-то мы дождались долгожданный конкурс. Кто не знает, для тех, кто не знает, хочу сказать, а в честь чего конкурс-то у нас? Ну, во-первых, округлилась цифра подписчиков, 17 тысяч подписчиков. Для меня это уже круглая цифра, это уже радость. Во-вторых, в декабре у меня уже исполняется моему каналу «Мама Чоли» 3 года. Это тоже уже цифра. И еще как раз вот к этому времени подошла еще одна цифра круглая. 500 роликов, девочки, я отсняла за 3 года. Это тоже круглая цифра, и тоже ее нужно как-то отметить, правда? Вот. Ну и что я хочу еще сказать по итогам уходящего года. То, что вот последний год, третий год уже, да, все ролики я уже снимала самостоятельно, уже без помощи дочки, сама все делала. И потом я себе дала такую, знаете, как задачу снимать ролики регулярно, чтобы они выходили стабильно через день. Ну, в редких случаях, конечно, всякое бывает, где-то может быть через 2 дня. Но в любом случае определенное количество роликов я выпускала в месяц. И весь этот год я получала стабильный доход, который тоже был таким же стабильным, как и мое количество роликов, да. Хочу выразить благодарность, большую благодарность моим подписчикам, особенно тем, кто пишет комментарии поддерживающие, потому что, конечно, за это время было всякое, и подъем, знаете, эмоциональный, иногда спад какой-то, иногда опускались руки, иногда я задумывалась, может быть, мне перестать вообще снимать ролики, перестать, ну, как бы, зачем это нужно все. Ну, бывали такие, знаете, какие-то вот настроения разные, колебаются у нас у всех настроения, да. И вот благодаря моим подписчикам, которые пишут поддерживающие комментарии, которые пишут: «Вы нам нужны, наше утро начинается с вас, и вот настроение вы поднимаете». Вот, кстати, спасибо, что эта обратная связь тоже мне давала поддержку, поднимала настроение. И благодаря подписчикам я продолжала все-таки снимать. Одно настроение сменяется другим, но, и тем не менее, продолжала снимать. И вот уже 3 года я продолжаю снимать для вас ролики. Стараюсь снимать позитивные, какие-то так поддерживающие, немножечко с юмором, насколько он у меня еще живет, пока этот мой юмор, да. И, в общем, канал продолжает жить и процветать. Я для своих подписчиков, любимых, девочки, приготовила бьюти-боксики, заказала в Faberlic небольшую продукцию, потому что мы все девочки. Я старалась выбрать такие подарочки, которые подойдут любому возрасту, если вам даже 18 лет или 60 лет, неважно. В общем, эти все подарочки пригодятся всем. Давайте я вам покажу сначала, что я заказала. Будет 3 подарочка, будет 3 победителя. Поэтому я заказала все по 3. Туалетная вода, 3 пузыречка. Это для моих подписчиков. Цветочная вода. Я выбирала именно такие вот запахи, ароматы, которые будут вам напоминать весну. И даже если вот зимой немножечко пшик-пшик. И уже такой запах цветов. Цветов запах, по-моему, всегда радует. Дальше заказала вот такие вот масочки. Всю продукцию, которую я сейчас вам показываю, это продукцию в Faberlic я показывала в предыдущем видео, в предыдущем, по-моему, да. Обзорчик я делала, там более подробное вы можете посмотреть, кого интересует. Это гидрогелевые патчи и скраб для губ, вот такие вот. Еще вот такие патчи для век, то, что под глазки мы делаем. Вот такие 3 штучки. Дальше вот такой вот крем-ретушь. Многим из вас он нравится. Но это пробнички. Кстати говоря, 1 пробничек я попробовала на себе. И я вам хочу сказать, здесь на 2 раза хватит даже. Вот, даже на 1 это много. На 2 раза хватит 1 пробничка. Дальше крем. Мой любимый крем. Любимая овечка для рук. И еще также крем «Любимая овечка» еще и для ног. Вот такой вот. Вот такие. 3 такие штучки. Ну и так как у нас накануне уже Новый год, я решила подарить всем вот такие вот магнитики с символом тигренка. Вот тигра.
И вот такие магнитики на холодильничек вам. Они разненькие, но миленькие такие тигрята здесь. Классные. Вот, все вроде показала, да? Ну и давайте перейдем к условиям конкурса. Что нужно для этого сделать? Во-первых, подписаться на мой канал, кто не подписан, поставить лайк под этим видео, сделать репост в одной из соцсетей, Facebook, Одноклассники или ВКонтакте, затем написать комментарий под этим видео «Участвую» и прикрепить туда ссылочку на ваш репост. Участвует вся Россия. Победители будут выбирать рандомно. И проверьте, чтобы в настройках были видны подписки хотя бы на время конкурса. Итоги конкурса уже вы узнаете через неделю. Дату точную я напишу в описании. И, кстати, продублирую всю информацию в описании. И результаты конкурса где-то будут, скорее всего, 7 декабря. Результаты узнаете на вкладке «Сообщества» и в YouTube или во влоге, в конце влога, и также в Инстаграме. Надеюсь, я ничего не забыла, все вам сказала, но еще раз повторю, что продублирую я всю информацию в инфобоксе в описании. Участвуйте в конкурсе, побеждайте, желаю вам всем победить. И на этом я хочу с вами попрощаться, коротенькое видео, не хочу его делать длинным. Ну и сейчас я еще раз вам покажу, что у нас будет на подарочках. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока-пока!